И снова плохие новости для туристов. Еще один оператор, седьмой по счету, объявил об остановке работы. Это фирма Nordic Star, филиал которой есть и в Екатеринбурге. За границей находится 25 его клиентов. Если среди них екатеринбуржцы, пока не ясно. Сейчас главная задача – доставить домой тех, кто застрял из-за лабиринта. За рубежом пока остаются несколько десятков свердловчан. Чтобы вернуть их, привлекать МЧС не потребуется. В Екатеринбург туристов доставят уже завтра обычными самолетами. Об этом заявили в Уральской ассоциации туризма. Из-за банкротства туроператора пострадавшие екатеринбуржцы штурмуют офисы лабиринта и массово обращаются за компенсациями. За два дня подано 1500 заявлений. По словам страховщиков, за час они обрабатывают до 30 заявлений, и поток желающих компенсировать ущерб пока не снижается. Пострадавшим от действий лабиринта остается ждать. Запущена процедура банкротства через суд. После этого клиентам через страховщиков начнут возмещать убытки. Напомню, что кризис на туристическом рынке начался с середины июля. За это время работу прекратили 7 российских операторов.